Вот просто... Чат. Я придумала шутку, чат. Анальный рост. Волос не беда. Пересадка избавит там, где много, на то место, где мало. Пересадка волос от плаги. С жопы на лысину. Все как полагается. Так, бутылка мне нравится больше. Спасибо. Смотри. Аккуратно. Сейчас надо его вырубить. Сейчас вырублю. Да! Господи, я наконец-то смогла его вырубить! О, сори, мама! Черт, черт! Ты зачем мне сломал? Нет! Я не готова умирать! Я не готова так умирать! Подожди! Нет! Ты почему здесь? Твою мать! Почему он здесь стоял? Он меня ждал! Ёхарный бабай! Он за мной? Зачем он за... Он меня ждал! Что за... Ой, придурок! Все, не ждет. Я думала, я сейчас спокойно убегу от него и все! А он пришел! Он вернулся назад! То есть, представь, он сделал, короче, круг и вернулся! Господи! Мое сердце! Ну, это же братья по оружию! Правильно! У меня пропало задание с самогоном! Самогонщик ушел от меня, пока я спала! Все. Эта игра больше не имеет для меня смысла. Зачем она мне? Всё, я спряталась. Вот ты где. В смысле, вот я где. Что за хоррор? Что за светозвуковое? Был у меня такой? Точно был. Ага. Тихо! Что-то, походу, надо было качать другой навык. Смотри, тихо. Смотри, пусты. Почему вы пропали? Я хотела вас вырубить, твою мать! Твою ж мать! Ай-яй-яй-яй-яй! Тихо! Нежно! Сейчас ломимся! Да подожди, орать! Да тихо! Все, я прошла мимо вас! Я прошла мимо, твою мать! Идите, вон, идите, до свидания, я просто тут хожу, гуляю у вас, и отстань! А чё вас тут столько много? У меня есть палка! Тролли-вали, ты сосать! Сдохни! Я недовольна этой игрой. Мне не нравится, почему он меня бьет. Он не должен меня бить. У меня нету хилок больше. У меня нет ничего. Я все потратила на них. Пошел ты. Хилься, пожалуйста. Хиза, ты чё стоишь и на него смотришь, придурочный? Тут даже кусты, пожалуйста, кусты. Почему у меня сломался экран на секунду? Что за ёлка-макарёк? Кусты, всё.
Я спряталась. Иди вон. Да пошел ты на! Все. Я не хочу. Мне не нравится эта игра. Я была в кустах. Почему меня снова прилетела граната? Что за фигня? Ну почему он лагает? В смысле уже кончила? Я еще не кончила. У меня мозг расплавился из-за этого задания.